24 октября. Этот день в истории. Сегодня день Организации Объединенных Наций. В этот день, в 1945 году, вступил в силу Устав ООН. А в 1971 году ООН провозгласила этот день международным праздником и предложила всем государствам отмечать его как государственный праздник. В 1745 году императрица Елизавета повелела завести в царские дворцы котов для ловли мышей. 164 года назад Уильямом Ласселем были обнаружены спутники Урана – Ариэль и Умбриэль. В 1857 году выпускники Кембриджа основали в Шеффилде первую в мире футбольную команду. 154 года назад телеграмма судьи Стефана Уилда из Калифорнии президенту Аврааму Линкольну стала первой трансконтинентальной передачей по телеграфу. В 1897 году был проведен первый в истории России футбольный матч. 80 лет назад на Спасской башне Московского Кремля была установлена медная звезда, изготовленная в Донбассе. А в 1939 году впервые корпорация DuPont пустила в продажу нейлоновые чулки. 65 лет назад Комитет крестового похода за свободу установил в западно-берлинской ратуше Всемирный колокол свободы. Этот колокол звучал над Берлином в день объединения страны. В 1963 году случился пожар на космодроме Байконур. В одной из боевых шахт ракеты Р-9 погибло 7 человек. В 1969 году актер Ричард Бартон подарил актрисе Элизабет Тейлор бриллиантовое кольцо ценой 1 миллион долларов. Вот уж кавалер так кавалер. 29 лет назад в Лондоне был открыт крупнейший в мире магазин грампластинок. А в 1990 году на северном испытательном полигоне «Новая Земля» было проведено последнее ядерное испытание СССР. День рождения в этот день отмечал Лев Владимирович Гинзбург, русский советский поэт, публицист и переводчик немецкой поэзии. Отмечает день рождения предприниматель и экс-губернатор Чукотского автономного округа Роман Абрамович. И помните, с нами вы всегда будете знать, что произошло в каждый из 365 дней в году.